после пошли около 5 часов трав чай на квадратный рассвет. Ну все, мы там разошлись, не знаю, что так получилось. Ну, встретились со знакомыми, друзьями, выпили изрядно, как показывает уже исход. Пошли на квадраты в районе Плотины ГЭС, искупаться, встретить рассвет, все, искупались. Прошли по машинам, точное количество не скажу, но я думаю, больше там, на мой счет, больше двух точно нету. То есть были вдвоем, девушки пришли сюда. Извиниться, да, конечно, с ними увидимся, извинения принесем там, посмотрим, что они по решению, если примирение будет, посмотрим, готов, в принципе, поговорить с ними на тему примирения. Свою вину признаем и... Возмещать ущерб. Ну, это будет все зависеть от переговоров с пострадавшими. Смешной инцидент. Да, смысл. 26 июня в 5, ну, там, с копейками, 5.20, может быть, мы в состоянии алкогольного опьянения неумышленно прыгали по машинам, мы не хотели причинять им вреда, за это мы раскаиваемся.